Итак, третий за сегодняшний день дом. И сразу такой вид сногсшибательный. Посмотрите, какой вид. Боже мой. Сейчас я найду в этом доме Алену. Дом очень большой. Сейчас я найду в этом доме Алену, и мы узнаем какие-нибудь подробности про него, про этот дом. Вот такой бар за стеклом. Сейчас я покажу подробнее. Вот так заходим, рай алкоголика. Смотрите, до потолка. Можно все увешать бутылками. Здесь же холодильник. Полочки. Так, выходим. Что мы видим дальше? Дальше кухня. С огромным столом. И... пожалуйста, место для приема гостей. Расположиться с любой по количеству, по величине компании. День рождения, праздники. И просто жить здесь. Просто жить. Алена, расскажи, пожалуйста, сколько стоит этот дом? Этот дом 3,5 миллиона долларов. Как видите, мы опять же находимся в этом же эксклюзивном камине. Сегодня у нас три дома. Вот это последний дом, мы съемку доделываем. Вот если Гарри покажет, через озеро, это все натуральные озера, настоящие. Через озеро вот видны, там строятся квартиры с видом на озеро, они еще строятся, они, кстати, будут продаваться по неплохим достаточно ценам, я бы сказала. Напротив, там вторая часть этого комьюнити, там гольф-поля. Проживание в этом комьюнити на все три дома, в каждом доме будет одинаковый HOA, это 750 долларов в четверть. Плюс вы можете, здесь у вас еще есть так называемая Sports Community Membership. Это что сюда входит? Что-то попало в глаз. Что сюда входит? Clubhouse, то есть вы пользуетесь Clubhouse, здесь накрывают фуршеты, банкеты. Здесь есть ресторан на месте, куда вы можете приходить. И за небольшое членство вы можете этим всем пользоваться, но, конечно же, вы платите деньги. А если вы хотите пользоваться гольф-поляне, то это отдельный membership, отдельное членство. Ну, понятное дело, что здесь живут люди, те, кто могут себе это позволить. Дома очень все. Каждый дом построен под заказ. Нет ни одного одинакового дома. Здесь работает 5 застройщиков. И что происходит? Вы покупаете кусок земли. Земля здесь идет 1 акр, 2 акра, в зависимости от лота. Вы покупаете себе землю и потом работаете со своим архитектором и с одним из застройщиков. Вы выбираете стиль, тот или иной, какой вам нравится. Здесь представлены и средиземноморские, и современные стили. То есть вы выбираете тот стиль, который вам нравится, и начинаете строить. То есть в этом плане у вас здесь полная свобода, ну и плюс ваши деньги. Земля начинается, стоимость земли от 175 тысяч за лот до 250 приблизительно тысяч. И плюс, естественно, застройка. Самые дешевые дома, которые здесь можно построить, это в пределах где-то 700 тысяч, 750. Самый дорогой дом, который я здесь знаю, до 5 миллионов доходит. Так что, пожалуйста, любой бюджет. И у вас здесь может быть очень хороший дом. Сегодня мы, кстати, показываем три неплохих варианта. Первый дом это был 4 миллиона. Второй дом у нас был 1 635 000. И этот дом 3,5 миллиона. Здесь очень интересный балкон. Можно зайти, подняться на балкон, показать вид сверху. Ну и красивая лестница. Забыла сказать, все три дома, которые мы сегодня смотрим и мы профессионально снимаем, они все меблированы. То есть все, что вы видите, это все входит в цены этих домов. Так, лестница на второй этаж, отделка деревом. Красиво. Ай, из этого не успеваю.
подняли на второй этаж. Поднялся на второй этаж. Здесь такая вот зона отдыха, игровая. И находится спальня. Спальня, вот я вам одну покажу. В принципе, они не меблированы. Высокие потолки. Просто здесь спальня. С отдельными ваннами. На полах карпет. Да. Выход на балкон. Ю-ху! Очень красиво. Это натуральное озеро. Можно построить здесь причал, док. Можно кататься на водных лыжах, на джетски, на лодке. Очень красиво. Бассейн сделан как инфинити, поэтому снизу, конечно, очень красиво он смотрится. Сверху мы уже видим полную часть. Как говорится, добро пожаловать в солнечную Флориду с красивыми домами. Кто бы не хотел здесь жить, а? Все хотят. Комьюнити разделено на две части. Часть с гольф-полями и часть с озерами. Вот мы сейчас находимся на озерной части, и мы сняли здесь три дома. На гольф-полях там другие дома, немножко поменьше. Там уже идут дома в районе 750 тысяч долларов. То есть дома уже миллионники, они на этой части, где озера. Если у нас будет время, мы снимем вам клабхаус. Попробуем, постараемся. Итак, четыре спальни наверху и мастер-бедрум внизу на первом этаже. Сейчас мы снова туда спустимся. Шикарная грандиозная лестница просто. С очень мощной люстрой. То есть дизайн очень красивый. Да. Да, кстати, так, на всякий случай, сарай, как это говорить, у нас там написали, за 4000 или за столько сарай, да, можно, такой сарай можно купить. Да, так да. Вот нельзя, ребят, нельзя, понимаете? Вы платите за землю, вы платите за местонахождение, где находится этот дом, а потом только уже за стены этого дома. Поэтому я понимаю, что очень много критики, и вы сравниваете, возможно, со своим соседским домом через улицу, где все в грязи или еще что-то, но много таких комментаторов, к сожалению. Вы поймите, мы немножко занимаемся другим делом здесь, и стоит это совершенно других денег. То есть, и мы находимся в Америке, это разные вещи, и земля здесь дорогая. Поэтому вот такие дома, да, они стоят 3,5 миллиона. Я понимаю, что будут комментарии, что где-то там в Киеве, где-то в Подмосковье вы, наверное, построите дом такой же за 100 тысяч долларов. Но пригласите меня, я куплю специальный билет, прилечу, я хочу посмотреть этот дом за 100 тысяч долларов, за 50 тысяч долларов, то, что пишут люди. Даже за миллион хочу посмотреть этот дом в Киеве и в Подмосковье. Не будет. Я знаю, что не будет, потому что билет я куплю и прилечу, я вам обещаю. И, кстати, слово «сарай» с тюркского переводится «дворец». Между прочим, да. Найти мастер-бедрум. Так, это офис. Офис просторный, с видом на озеро. Идем по коридору и попадаем. Я найду в конце концов мастер-бедрум. Ой, здесь у нас человек работает. Добро пожаловать в рай. Не об этом ли вы мечтаете, сидя долгими зимними вечерами у своего компьютера? А? Задайте себе вопрос. Садимся поудобнее, пока идет видеосъемка. Можно отдохнуть и насладиться видом. Итак, мастер-бедрум, хозяйская спальня, да. Опять же, места много. Все с мебелью, все включено. Я думаю, что даже такой стиль. Даже элементы дизайна, вот это вот вазочки, вазы, цветочки, журнальчики, все, что вы видите, абсолютно все включено. Все будет принадлежать тому, кто это купит. Две большие гардеробные, одна в эту сторону.
еще одна сюда. Здесь у нас, в принципе, есть такая брошюрка, я могу вам немножко показать. То есть дома абсолютно разного типа, строятся все эксклюзивные дома под заказ, то есть нет ни одного дома, который был бы похож. Все это можно здесь построить. Не знаю, упоминала ли я или нет, 175 тысяч, 250 стоит лот. Можно его купить, можно выбрать застройщика. И можно построить вот такую красоту. Так, о, храм Нитья Тела. Так, что мы здесь видим? Нужно свет включить. Душевая на две части. Боже мой, это душевая. Здесь также два туалета находятся, то есть его и ее. То есть здесь полностью ванная разделена на две части. Мужская, женская зона. Один сюда, один туда. Все декорации, абсолютно все, что вы видите, все включено. Даже полотенце, коврики. Очень высокие потолки. Реально радует глаз. Ну и на сегодня наш парад домов заканчивается. Вот такой специальный парад домов. Мы пришли снимать профессионально для дома, для потенциальных покупателей. Ну вот, очень хотелось вам показать немножечко еще, потому что один, если первый у вас, вы уже его видели на канале у Галины и Юлии, мы его снимали, как бы, когда всем показывали. А два дополнительных дома, это как бы еще получается у нас... изюминка, да, или вишенка на торте. Вишенка. Два дома, которых вы не видели. Я понимаю, что вы не увидели их полностью, но полностью, если вы захотите и конкретно будете заинтересованы этими домами, мы вас приглашаем приехать, и мы вам сделаем приватный показ этих домов. Пожалуйста, приезжайте в нашу солнечную Флориду. Сегодня у нас зима, у нас январь месяц, но у нас сочельник. Так красиво. Сочельник, кстати, да, православный всех с Христовым, да, всех, кто празднует. Так что приезжайте, мы вам покажем все эти красивые дома в приватной обстановке. Вы увидите всю эту красоту своими собственными глазами. Всем пока. Всем пока. Гаража в этом доме.